Всем привет, ребята, вы на канале Маргулиц, и мы продолжаем проходить Silent Hill Homecoming. Значит, мамашку утащили сектанты, и очухались мы в своем доме, только в альтернативном мире. Поехали исследовать, что у нас тут есть. Отличная картина, кстати, мошонка прибитая на полотно. Романтика прям. Так, вот у нас вот эта вот дверь, она совсем никак не открывается. Четыре символа. И рычажок, четыре штучки тоже. Ладно, смотрим. О. Все, никто не лезет. Так, эта маска напоминает мне мою мать. Хотя я не помню, чтобы она была грустной. Мурящаяся маска. Сердитая маска мы взяли. Рядом с сохранением. Напиток здоровья. Так, а вот сюда, наверное, эти маски надо будет пришпандорить. Чтобы боль утаить, лицо это избрало. В этой маске хранилось открытое сердце. Так. Открытое сердце. Понять? Забираем пока. Пойдем повыше, посмотрим, что там у нас есть. О! Тихо, не даем, не даем, эти ребята вообще там. Да, ну все равно такое. Тихо, он бешеный. Здорово, немножко здорово оставил. Ну окей. Берем хилы, на входе встречаем этого урода. Кстати, где он? А че он не нападает? Вот здесь первая маска лежала. Прямо на тумбочке. Ладно, пойдем наверх. Почему-то он тут не зареспаунился. Что у нас? Как старый рубщик мяса. Рубщик. Ну это, видимо, тесак. Не рубщик, а тесак. Окей. Выражение на этой маске выглядит холодным. Как мама. Я получил безразличную маску. И тут у нас еще мокрый и покрытый плесенью кролик. Мы с ним ничего нельзя сделать. Опять у нас ставни замечательные в виде мошонки. Так, ну пойдем тогда на первый этаж. Совершенно не деформируется. Попробуем маски приладить. Сердитая маска, по идее, я нашел ее самой первой. Не должно быть все так просто. Отбился. Так, давай тогда. Тихо. Ну так. Маска хмурящаяся, безразличная. Давай равнодушную, безразличную маску сюда. А вот сюда мы поставим открытое сердце. Хмурящаяся. Отлично. Первая загадка решена.
дальше, поехали. Сохранение тут не ограничено, как в том же самом резиденте, так что чё бы нет. Просто потом это перепроходить вообще не вариант. Так, давай. Будем, короче, сейвить его на первый слот сразу же. Без этих, без затираний, так сказать, предыдущих. Дергаем ручку один раз. Здесь у нас закрывается одна дверь, открывается вторая. И она у нас получается на втором этаже. Окей, пойдем. Да, вот она открылась. Кажется, это на месте, наверное, я могу подвинуть. Окей. Угу. Надпись на ней гласит «За позволение другим сострадать». Получил медаль «Сердце тьмы» «За позволение другим страдать». Чему бы это? Вот он прячется, сука, тут. Я его уже приметил, как только парень, тихо-тихо-тихо. Не даем атаковать, убиваем прямо в него. Кура. Раньше их было цикотно мочить, поэтому я к ним не подходил. На сраный выстрел, а сейчас покер, вот ножом на них лезу. Но эти ребята борзые. Странные, но они почему-то полегче стали мочиться. Так, надпись на ней гласит «За проявленную жестокость». Кстати, радио там думит. Еще одна в виде звезды. Хорошо. Вот она. Места для трех медалей, но есть только одна взять. На ней гласит «За пренебрежение долгом».
Медали нужно расположить в определенном порядке. Ну, это понятно, что в определенном. Давай, допустим, звезду я первый находил, потом вот так, пирамид хэд и сердце. Нет. Забираем все. Давай вот, допустим, сердце. Сердце. Башка перемотает, пирамида голова и звезду. Да какой заяц-то? Вот так. Тоже вот. Пять. Звезда. Потом сердце. Пирамида. О, получилось. Круто. Так, два замка открыто. А, по идее, дергаем третий рычаг сейчас внизу. Главное внимательно слушать сейчас радио. Что, ну какая падла, вы из темноты не напрыгнула. То они больно грызут. Тоже на втором этаже. Это значит детская. Там, где кровать двухъярусная стояла. Да. Вот тут. Я тут. Пациенту из палаты 206 на завтрашний день назначена трансорбитальная лоботомия. Я отдал распоряжение удвоить его обычное лечение в день, на который назначены процедуры. Остальная часть сообщения смазана и неразборчива. 206. Что это? Никто не слышал твой плач в ночи. Я хотел бы помочь, но меня не ищи. Были часы, но нет их теперь. Судьба предо мной захлопнула дверь. Тьма сковала меня узами ночи. Только солнечный свет от греха мне поможет. Солнечный свет. Надо как-то ставни вот эти, наверное, открыть. Давай посмотрим, что там. Сразу. Нож. И рисунок. Как будто кто-то жрет. Прям по духам. Под праву. Чавкает. На меня никто не нападает. Нет никого. Ставни. Да, они не открываются. Значит, только с часами проблему надо решить. Так, что-то там про свет и так далее. Ну, у нас главная фишка игры — это 2 часа 06 минут. Давай так попробуем. Как они двигаются-то? Так, вот 2 часа. Подожди. Вот. Одна минута, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Серьезно? Короче, вот эти загадки, где только не решаешь, всегда ставишь 2.06, если какая-то проблема со временем. И все решено. Прям у них главная фишка игры, блин, 2.06. Так, ставни открыты, а почему у нас не это? Почему у нас замок не сработал? Он же должен был открыться.
посмотрим тут. Нет. Причем ставни только в той комнате открылись. Еще разок, давай вернемся. Так. Что-то, что-то надо повесить сюда. Два ножа и кролик. Да, кролика повесим. Он сырой был. Круто. Я-то думал, почему замок-то все-таки не срабатывает. Вот оно что. Последнее. Так, это у нас дверь в подвал. Подвал же, да, открылась? Да. Батина комната была, где он тут расчлененочкой занимался. Че этот вентилятор? Это генератор или вентилятор? Че он? Тихо, тихо, тихо. Прям хоррор составляющая, да, появилась у нас? Редко нападающие монстры. Раньше они более очевидно нападали. Заходим. Пошли дальше. Пролезаем тут. Ну, в прошлый, точнее, в обычном мире подвал гораздо короче. Вот мы как будто уже, блин, по улице какой-то бегаем. Порезаем. О, вот это батина комната. Она же была в самом начале подвала, разве? Тут у нас собрать нечего. Мужчина висит. А, ну вот это мопач наш, самый такой кровожадный. Все его лезвие покрыто кровавыми пятнами. Нож Буки. Для каждого ножа есть свое место на доске. Угу. Нож мясника, рубщик и Буки. Ну давай так. Их надо брать. Я понял, подожди, надо правильно расположить ножи. У нас получается раз, два, три, три слота всего. Сама туша, посередине и нож. Ну давай так, нож. Допустим. А это тут. Там... Силуэты этих ножей были нарисованы, ну, как будто отпечатаны. Так что ничего страшного в этом нет. Легко решаемо. Я с пятнашками дольше сидел. Кстати, вот правда, немного ли загадок на квадратный метр? Что-то прям 4 штуки подряд. То не было, не было, а тут решили они мне голову поебать. Все, пошли. Открывайте. Сим-сим, откройся. Становись нормально. Боже, это должно быть правильно. Обычный мир. Мы сейчас, получается, идем за отцом, который пошел за братом в Silent Hill. Только вот я не знаю, окажемся ли мы в Silent Hill, если мы в другом городе. Загадка. И мамаша туда же утащили сектанты, стопудово.
старая подружка. Здорово, ёпта. Эл. Я думал, она пропала. Кто? Моя мама. Я не могу найти ее. Пропали все жители. Думаю, я знаю, где они. Я и до этого их тут не особо видел. Ну, по-моему, в самом начале пропали. Мы должны попасть в Silent Hill. Ты серьезно? Мой отец, рискуя жизнью, отправился туда. Там находится Джош, я уверен. И все остальные. Так, мент. Стопудово, Миллер. Я думал, мы потеряли тебя. Мне не так далеко все. Рад слышать. Нам нужна твоя помощь. Это очень важно. Ты можешь найти лодку? Мы отправляемся в Silent Hill. Как? Мы отправляемся в Silent Hill. Нихрена, он катер прям раздобыл ментовский. Круто. Я думал, ты обычную такую на вертелках, как во второй части, погребем в тупую. Но нет. Че, будем тискать-то тёлку? Или глазки строим? Прости меня. За что ты извиняешься? Это не твоя вина. Нет. Я о том, что произошло сегодня. О листовках. Забудь. Я должен извиняться. Просто это место несет плохие воспоминания. Знаешь, я не понимала, почему ты ушел. В один прекрасный день исчез. Слушай, я никогда не говорила раньше, но я рада, что ты вернулся. С тобой в безопасности. Просто все вокруг распадается. Так, если допустить можно. Даже не думаешь сдаваться. У меня нет выбора. Да нет, есть. Ты можешь просто снова уйти. Алекс, скажи мне, что ты знаешь о Silent Hill. Я знаю, что нам с Джошуа 100 раз повторяли не ходить туда. Да, и моя мама к этому строго относилась. Да, ваши родители были правы. Говорю вам, это все чушь. Все эти монстры из Шепардс Глен. Кошмары. То есть? Все это из Silent Hill. Из места с плохой историей. О нем плохо отзывались. Ты там был? А зачем? Я и так много слышал. Когда я отправился на восток, я ознакомился с работой Брамса, сотрудника полиции. Тогда работала полицейская, не знаю ее имени. Она исчезла в Silent Hill. А что случилось? Никто не знает. Они нашли мотоцикл за городом. Я много сплетен слышал. Скажем так, они не очень-то дружелюбны к тем, кто посещает этот город. Орден. Да. Когда я с твоим отцом был по работе в Шепардс Глен, он мне говорил никогда не ходить в Silent Hill. Да, мы уже поняли, но... В этом есть какая-то ирония. Ты думаешь, мы там найдем кого-то? Не факт. Я взяла это из комнаты мамы, и утром Нора пропала. Больше я ее не видела. Смотри на ее волосы. Заткнись. Шутка. Шутка юмора. Я просто счастлив видеть, что кое-что стало лучше с тех пор. С тех пор, как он ушел. Аль, не доперевели. Впереди какой-то свет. Я думаю, это пирс. Маяк Саленхиловский, наверное. Что будем делать? Выруби свет, никто не должен нас видеть. Эл! А они-то откуда тут вообще? Берет меня свои лапы! Вылазь! Отпусти ее! Еще походу ствол просто хотел. Придурок. Ну, сектанты, короче, напали, скорее всего, всех утащили. Ну, как обычно, Silent Hill, все завязано на Silent Hill. Все монстры ползут только с Silent Hill. Шепардс Глен тут ни при чем, все жители
Эдвард Глен отсутствует, и все плохо, и пошли всех спасать. Я думаю, тут до финала еще пару локаций, наверное. Может, часа 2-3 осталось примерно. Думаю. Хотя, смотри, тоже. На что тратить это время? Я взяла это в маминой комнате, вот оно и пропало. С тех пор я не видела. Угу. Весь медальон, до хера амбиций, короче. Больше все. Куда все делись, хрен знает. Но все живы, это стопудово. Не показывали то, что там кого-то замочили. Эл! Уиллер! Да, посмотрим. Давай по берегу пробежимся. Так. Естественно, тут нету ни хрена. Да и все, в принципе. Ладно, поднимаемся. Поднимаемся наверх. Свежая наживка. О, кстати, в катере там может быть что-то вкусное валяется. Кажется, патрульная лодка. Да. Скорее всего, патрульная лодка мента. Только я не знаю, в какой я в реальности нахожусь. В принципе, красных тонов мало, так что, скорее всего, мы не в альтернативном мире, а в обычном. Сайлент-Хилловском обычном мире. Так. Не понял. Вот, ну поднялся я на самый верх, а дальше-то что? Давай еще разок. Так, лодка, тра-та-та. Давай еще раз к ней подойдем. Может быть, на ней надо уехать? Куда-нибудь нахрен, сука. Кажется, это патрульная лодка, правда, из ржавчины, не могу сказать наверняка. Ключ зажигания теперь не найти. Ну, скорее всего, мы на ней и уедем домой. В конце. Так, на самый верх. По идее, ну, больше ходов-то тут нету. Вот первый этаж. Пролет. Никак. Второй пролет. Тоже никак. Вот, перепрыгнуть можно. Все же я сразу-то не заметил. Дальше. Че за Марио начался? То загадки, блин, одна за одной, то Марио. Так, ну это уж стенки Silent Hill'а по-любому. Нам надо вот в эту дыру. Но. А, ну и все. Только туда. Нырнуть. Аквалангист, хрен. Угу. Алекс, are you there? Алекс, ты там? Уиллер? Is that you? Это ты? Говори тише, Алекс, слава богу, ты цел. Слушай, они отвели нас в тюрьму. Это ужасно. Они поймали Эль и собираются ее... Уиллер, Уиллер, на связь. Что они сделали, Уиллер? Я вот не знаю, только мне сюда или туда. Подожди, по идее. Если ты бежишь по прямой... Карта есть? Да. Возвращаемся назад. Тихо, что это такое? По идее... Да.
Давайте туда бежать, в полицейский участок, вроде как. Там же тюрьма находится. Там они всех этих двоих держат, заложников. Но мы здесь это осмотримся. Тихо, кто орёт-то? Я достал сапфир. Хорошо, это кладбище? Кладбище. Угу, дружище. Так. Давай. Раз. Ну и нормально. Нож. Нож наше самое тут главное богатство. Закрыто. Подожди, к статуе. Может быть там важно. Это статуя Януса. Я помню, мы проходили его, когда мы занимались мифологией в школе. Янус — это бог греческий, разделенные посередине между варварством и цивилизацией, молодостью и зрелостью. А, да, сапфир туда надо вставить. Гадалки не ходи. Нет, что-то кардинально ни хрена не изменилось. Поэтому... Вот как будто кто-то за мной ползет. А, вот. Тусуется. Тусовщик. Сейчас он эту для начала дверь мы дернем. Не открывается. Давайте попробуем вставить сапфир. Сапфир. Еще раз двери подергать. Но скорее всего тут надо еще что-то положить. Один новый. Здесь находится полуемкость, предназначена для чего-то. А может сапфиры даже и не сюда. Давай сюда попробуем его запердолить. А, вот так. Все равно ничего не меняется. Две части надо поставить. И потом что-то откроется. Где-то. Не знаю. Давай с собой возьмем. Тут с инвентарем особо проблем я не вижу. Я не думаю, то, что загадка прям должна решаться. Вот с первой лавочки ты взял сапфир, и тут же хлоп, у тебя статуя, ты втыкаешь, и все работает. Нет, это не похоже на Silent Hill. Ты будем на этого чувака заострять внимание. На этого тоже. Я бы еще вот к этой двери подошел, посмотреть, что там есть. На вывеске надпись открыта, мне кажется, заброшена. Нет собаки. Тоже еще можно пройти. Так, с этой стороны. Плохо видно, я знаю, что. Я знаком этот магазин, но пацан, проводи как можно больше времени в этом городе. Ну давай сюда пройдем. А, там сохранение. Все просто. Рисунок и немножко патрон. Вот мне нравятся такие, такие закутки мне нравятся. Берем детский рисунок. Это. Зачем я их собираю, вообще без понятия. Ну окей. Может потом за них что-то, а может они как-то влияют на концовку, а может быть просто это, ну, плювки. Бесполезные. Не знаю. Темные времена. Голова у нас называется.
Так, выбираемся отсюда. Топим сразу же. Через вот этот переход сзади ебаки ползут. Ну это фигня. Вот тут проход еще один. Возможно, с камушками придется возвращаться. Новое кладбище. И тут тоже ничего. Бесполезный, да, походу, закуток? Хотя, там еще проход. Как-то лабиринт. Ага. Нет, подожди. Я отсюда сюда забежал. По карте. Да, это я с обратной стороны, короче, кладбище сейчас подберусь. Скорее всего так. Уильям II родился та-та-та. Ну, ладно. Скорее всего, бесполезная информация. Кто когда родился? У нас кто-то шуршит. Кто-то где-то. Заперто. Мне нужен ключ, чтобы открыть. Ну да, и тут, наверное, тоже ключ. Да, причем с этими камнями будет, скажем так, финальная загадка, да. Если нам нужно будет дальше сбегать в участок, ну и куда мы там бежим, по-моему, в участок бежим, где будет вторая половина головоломки. Пробить. Так, стой. Можно прошпандорить вот это. Нет. Топором. Можно. Топором пока конечно себе. Но оружие мы обязательно поменяем. Гранат. Кто-то еще там ползает. Так, окей, я зашел. Угу. И тут и вышел. Гранат или сапфир? Давай. Ай-яй-яй. Отвратительный инвентарь. Так, сюда гранат. Сюда сапфир. Меняем местами. Давай-ка, наверное, все-таки перезагрузимся. Это беда. Не хочется тратить... Хочется тратить целую ампулу. Просто потому, что ты случайно, блядь, нажал на нее. Темные времена, да, вот это. Тоже недалеко. Чик-чик, все, добежим. Так, бежимте, бежимте. В принципе, я вот здесь вот только брал. Подожди, где же я брал-то? Здесь заходишь. А, это я уже взял. Да. Вот этого гаврика, наверное, мы должны все-таки у контракупить здесь. Где он тут ходит? И здесь. Пробиваем.
топором. Странно, куда-то мобы все делись. Так, ну значит он здесь где-то должен быть. Плющегося я тут же там замочил. Вот он отсюда на меня шел. Пропал куда-то собака. Ну нет, так нет. Проверить. 12 старый. Один новый. Допустим. И ничего. Местами поменяем. Серый камень. Тихо. Первый камень вот сюда. А этот вот сюда. Ничего не меняется. Забираем камни. Может пригодиться потом. Выходим туда отсюда. Кстати, нож. Обязательно. Так, карта. Бежим по прямой. Не знаю, может быть это побочное задание. Без понятия. Это не ясно. Куда эти камни запихивать, то почему-то это не работает. Два камня, два отверстия, но увы, это не пашка. Вон, зато все. Короче, одинаковое количество монстров, но только они расположены. Могут быть в разных местах. Уиллер, Уиллер, ты there? Ты там? Уиллер, come in. Алекс, слава богу, где ты? I'm at the prison, but I can't get in. Я не могу войти. Есть другой путь? Здесь вход на другой стороне тюрьмы. Это лучший шанс. Будь осторожен. Ну да, явно. Тут закрыто. Ищем другой вход. По карте. Нет его по карте. Дверь подвала заперта. Смогу ли я их открыть? Найти Эль, пробиться в тюрьму. Возможно. Ну, это пробегаем. Это понятно. Давай сюда. И все, типа, я пробился в тюрьму. Странно. Странно, ну ладно. Где я? Вот они ворота. Толука Lake Water and Power. По прямой, тупо по прямой. Ничего не меняется. Игра продолжает быть трубообразным коридором. Прямой, как кишка. Вперед, вперед. Ну да, кто бы сомневался. Собаки рядом. А зачем мне эти фантомные двери-то, я не понимаю, они делают. Уиллер, I'm at the rear entrance. Я возле заднего входа. The gate is electrified. Ворота под напряжением. It looks like they're running power from across the street. I'm gonna find a way to shut it off. Wheeler, what about Elle? Is she okay? Она цела? Я ничего не слышал, но кто знает. Надо спешить. Так, значит, нужно отключить питание ворот. Где-то есть электричество, которое надо вырубить. И, скорее всего, оно где-то рядом. Опа.
выписала, походу. Ну, давай. Применим. Здоровечко поправить. Значит, к этим дверям лучше не подходить. Я думал то, что, ну, как бы, они просто меня не пустят и все. Убиваем его, да? Лишний. Потому что если где-то надо будет решать вот эту вот штуку с проводами, то, как показывает практика, мне придется стоять. Главное, чтобы рядом никого не было. Обрыв. Ну, значит, мне сюда. Сюда. Был бы открытый мир, это было бы очень нудно и долго тут ползать в поисках неизвестно чего. Вот куда мне? Мне куда-то сюда.
лестницу, подбираемся. Похоже на подстанцию какую-то. Давай-ка вот эти ворота повнимательнее. Нет. Не, никак. Все как вам сюда подходить? Можно попасть? Да. Если все человек, как у нас метр, блин, носится. Еще один. Может, ты где там? Потом... А вот снайпер я вообще не вижу. Давай, летимся. Куда-то прибежал. Да, народу тут до хрена по дороге, просто очень много. Вторая газета. Пол Рассел Дуглас был казнен за убийство 8 детей в окрестностях Сайлент-Хилла, 8 детей в окрестностях Сайлент-Хилла и Шепард Глен. Согласно официальным записям суда, во время ареста он не оказывал сопротивления, оставаясь спокойным, усаживаясь на электрический стул, оставаясь под наблюдением властей, свидетелей и репортеров. «Эта казнь ничего не остановит», — заявил Дуглас. «Я работал лишь в ожидании наступления этого дня. Осталось только воссоединиться со своим повелителем». После проверенных приготовлений на Дугласа был подан электрический ток, и в течение 2 минут его тело билось о спинку стула в районе 2 часов 9 минут. 2 часов 9 минут ночи. Медицинский персонал объявил о его смерти. 2:09. Надо запомнить это время. Пригодится, может быть. Патрошки. Как замечательно, кстати. Это, по-моему... А нет, слушай, тут этого обойма даже побольше. Тут еще 3 двери. Давай вот в эту. Так. Здесь ключ нужен. По-моему, карты более запутанные стали. Более объемные. Закрыто. И тут. Сохранение бы не мешало. Очень пригодилось. Там вообще на улице. Здание проломано, короче. Но тут, скорее всего, можно перепрыгнуть. Да, можно. Как по заказу, и сохранение нашлось. Здесь ничего не взять. Окей. Темные времена. Давай спуск. Вот, перепишем. Да. Не будем закругляться. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.